Сад. 93 кисло-сладкие и сочные ягоды крыжовника не только утоляют жажду, но и помогают сбросить лишний вес. В этой статье мы расскажем о полезных свойствах растений и противопоказаниях к употреблению. Вы узнаете, можно 74 черный жемчуг гибрид, выведенный на основе сортов Бреттер Пимена и Шмыряв. Культура характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и засухе, благодаря чему ее успешно выращивают во многих регионах России. 101 красная смородина обладает множеством замечательных свойств. Она считается источником необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов. В статье расскажем о пользе и вреде красной смородины для здоровья женщины. Состав ягод. Ягоды содержат 64 черная смородина Добрыня, один из самых крупноплодных сортов. Компактные кусты не занимают много места на участке, поэтому смородиновые плантации выглядят аккуратно. Крупные ягоды с плотной эластичной кожицей из сине-черного цвета. 74. Любая женщина во время беременности первым делом думает о здоровье ребенка. Поэтому будущие мамы стараются питаться правильно и включать в рацион полезные продукты, чтобы помочь малышу вырасти крепким и здоровым. 114. Парша поражает смородину разных видов: красную, черную и белую. Опасность заболевания кроется в том, что на ранней стадии симптомы почти неразличимы. При появлении своеобразных бурых пятен на листьях и коричнево-ржавых 86 летом, когда организм должен запасаться витаминами, люди стараются больше употреблять свежих овощей, фруктов и ягод. Особенно это важно при беременности, так как женщина обеспечивает полезными веществами не только свой организм. 102. При выращивании жимолости, неприхотливого кустарника, плоды которого созревают в начале лета даже в холодном климате, садоводам порой приходится сталкиваться с проблемой осыпания ягод. О том, почему осыпается жимолость. 99. Столкнувшись с проблемой поражения кустов смородины мучнистой росой, опытные садоводы нередко применяют соду для борьбы с болезнью. О том, насколько эффективно это средство, а также как правильно подготовить и использовать. 62. Сорт черной смородины Багира выращивают в Центральном Уральском, Восточно-Сибирском регионах. Он отличается морозоустойчивостью, в уходе неприхотлив. Из преимуществ Багира выделяет иммунитет к распространенным насекомым-вредителям. Ягода редко поражается паутинным клещом-пилильщиком. 3. Популярные разделы «Цветы розы» актуальны осенью. Популярные статьи. Поиск по сайту найти.